первый на моем канале фильм в жанре тревел-блога. Напоследок, уже готовясь уехать из Вильнюса, я решил снять такую небольшую экскурсию по Вильнюсу, по городу, где я прожил почти 3 года. На память и для себя, и для тех, кто будет смотреть это видео, может, вам будет полезно узнать что-нибудь интересное. По всему городу видны такие маленькие двери, там на самом деле живут гномы. Никогда я не думал, что мне предстоит здесь прожить почти 3 года. Вильнюс для меня наполнился разными местами. Кстати, если вам нравится этот жанр, и вам нравятся такие фильмы, то вы ставьте лайки, пишите комментарии, и тогда такие фильмы будут появляться. Итак, это тот самый подъезд того самого дома в Вильнюсе, в котором я прожил почти 3 года, пока жил в Вильнюсе. И сегодня, напоследок, уже готовясь уехать из Вильнюса, я решил снять такую небольшую экскурсию по Вильнюсу, по городу, где я прожил почти 3 года, на память и для себя, и для тех, кто будет смотреть это видео. Может, вам будет полезно узнать что-нибудь интересное. Итак, когда я пришел заселяться в этот прекрасный дом, я обнаружил здесь рядом памятник вот этому замечательному человеку, Джону Леннону. Это площадь Джона Леннона, и в Вильнюсе есть памятник Джону Леннону. Кому интересно, можете его найти и постоять. Вообще, на самом деле, эта улица называется Миндаугаса, имени короля Миндаугаса, Миндаугагатве. А там дальше вот улица Каунасская, Каунагатве. И мы сейчас пойдем дальше в старый город, и я буду вам рассказывать, какие места я тут часто посещал, где гулял и вообще чем я тут занимался. Это перекресток Миндаугаса и Каунасской улицы. Вот там находится магазин, в котором я все это время покупал продукты, потому что мне было лень ходить в другие далекие магазины. Там находится больница, которую буквально построили на моих глазах. Ее тут не было, был пустырь. Все построили. И вот там дорога в старый город. Мы по ней сейчас и пойдем в старый город. За моей спиной прекрасный образец сталинского ампира. Это бывший дом культуры железнодорожника вильнюсский. Сейчас там всякие разные клубы. Вот этот ржавый крючок, я так и не понял, он всегда там был или это какое-то современное искусство. Но в целом там сейчас ночные клубы, кафе. И я даже в клубы не ходил, но вот там на веранде в прошлые годы было кафе. И я там любил сидеть с дружочками. Так что будете в Вильнюсе, обязательно посетите и это прекрасное место. Это мой прекрасный ресторан с неоригинальным названием «Муслим Халяль». Это ресторан узбекской, киргизской и прочей кухни. Он открылся не очень давно, а у них первый ресторан был там за углом. Потому что я первые годы, пока здесь жил, я очень страдал без плова, без мант, потому что я человек восточный, у меня даже дома мама готовила, и бабушка манты, и плов. И вот, наконец-то, в какой-то момент здесь тоже в Вильнюсе стали активно открываться узбекские и восточные рестораны, и теперь их много. Но вот это вот самые близкие ко мне, и когда мне прям очень мучительно хочется плова и мант, я прям сюда приходил и здесь их ел. Будете проходить мимо, опять же, не проходите мимо, поешьте мант. Напротив есть армянский ресторан, но в нем я так ни разу не был. Не знаю, почему так получилось. Но, возможно, он тоже хороший. Называется Арарат. Это улица Святого Степана. Находится рядом с моим домом, буквально через квартал. Здесь живут очень много на ней тоже известных ныне жителей Вильнюса, иммигрантов. Но не будем раскрывать секреты. Но здесь жил в свое время Петр Аркадьевич Столыпин. Вот висит доска. Он был губернатор Виленского края. И вот на литовском, на русском языке написано, что он был министром-реформатором. Не знаю, кто там сейчас живет, наверное, едва ли потомки Столыпин, но вот такая интересная мемориальная доска на очень интересной старинной улице. Она еще характерна тем, что вон там начинается, там автовокзал. И когда я первый раз приехал в Вильнюс, еще, ну, можно сказать, туристом, я приехал на автобусе на вот центральный вокзал и пешком по этой улице пошел в центр города, где у меня был отель, поэтому для меня эта улица, наверное, первая в Вильнюсе, с которой вообще началось мое знакомство с городом еще, наверное, году, не знаю, какой-то был, 16 или 17, в общем, несколько лет назад, до того, как я сюда приехал, и когда я даже не думал, что я здесь когда-нибудь буду жить. Пойдем по этой улице дальше.
Итак, вот, собственно говоря, это самая улица. Здесь вот очень живописные дома. Не все, некоторые дома довольно уродливые, а некоторые неуродливые. И их как раз сейчас собираются ремонтировать. Ну, а это вот пример очевидно каких-то советских застройки. Прямо сказать, не самый удачный. Когда я это увидел первый раз, я был не в восторге. Но оказалось, что это не характерно для Вильнюса. Центр Вильнюса застроен большей частью старинными красивыми домами в хорошем состоянии. И скоро мы вам все это покажем. Вы сами увидите своими глазами, что старый город, старый центр Вильнюса, он, в общем, довольно живой, интересный, красивый и очень приятный. Особенно летом. А мы снимаем все это, как вы понимаете, летом. Я не узнал, как называется эта площадь, но вообще она характерна тем, что здесь стоит вот такое вот пасхальное яйцо с некоторых пор. Не знаю, что это. Наверное, это какое-то современное искусство. Но здесь оно уже много стоит. Видите, яйцо не очень свежее. Очень живописная, приятная площадь. Чем она для меня лично близка? Во-первых, там моя любимая парикмахерская. Я там стригусь. Она... Потому что так получилось. А за углом есть кафе, называется «Базилискас», «Василиск». Я там праздновал свой первый день рождения в Вильнюсе и в очень интересном, разнообразном обществе, неожиданном, потому что мало было знакомых, я позвал всех, кто был, и, в общем, собралась компания, очень приятное, хорошее место. Это буквально... Вот здесь начинается вот эта церковь большая, красивая, это называется «Всех святых», и там дальше начинается, это вот называется «Пилимо», улица, она идет от вокзала в центр, там рынок. И, в общем, по этой улице я тоже много раз гулял и постоянно хожу, потому что она такая связывает, как артерия, поэтому мы сейчас пойдем дальше в старый город, но просто вот такая остановка на этой площади. Это церковь всех святых. Мне она очень нравится тем, что это очень трогательное такое провинциальное барокко. Особенно мне нравятся эти вот завитки, вот такие вот. Мне кажется, это как кудри такие, седые кудри. Но это действующая церковь, она прям настоящая и всех святых. Просто она мне очень нравится своей естественностью. Это называется площадь Рудининку. Это улица. Вот она. И здесь есть такое заведение, которое называется «Пиццерия Каза деля Каза ля Фамилия». Некоторые думают, что называется «Пайсирайджа», но это на самом деле «Пиццерия», просто написано по-литовски. По-литовски пишется вот так «Пиццерия». Рядом очень грустный плакат, табличка. Это планы гетто. В Вильнюсе было два гетто, большое и малое. И вот это вот территория большого вильнюсского гетто, которое было ликвидировано уже в 1944 году. Там, если дальше пройти, есть помещение, где находился Юденрат, то есть совет гетто. Довольно неприятное место, но было. Сейчас здесь просто старый город, чудесная площадь, там есть пивной садик, и тут тоже очень приятно проводить летние дни. А вот там, вот это вот прямо здесь, Вино Барос написано, это тоже очень хороший винный бар, где итальянские люди работают и всех угощают, ну не угощают, продают, чего уж обманывать, винишко. Вот с самого начала, как я приехал в Вильнюс, я все время встречал процессии кришнаитов. Они постоянно мне попадаются на дороге. Я все думал, почему? А потому что оказалось, что их храм кришнаитский находится вообще недалеко от того места, где я живу. Поэтому это буквально мои дружочки. Сколько живу, не проходит дня, чтоб я их не встретил. Ну, зимой реже, конечно, летом, да каждый день. Когда люди приезжают в Вильнюс, и новые, я люблю им показывать места, потому что я типа как бы сторожил. И я всех обманываю, говорю, что это памятник называется «Девочка и педофил», что вот этот вот мужчина, значит, девочку куда-то заманивает. На самом деле неправда, это все, конечно, клевета, это черный юмор. Это памятник доктору Цимаху Шабаду, так его называли, да, как его звали, который лечил детей и бедных, и вообще послужил прообразом доктора Айболита из известной сказки, потому что этот доктор жил вот здесь, в Вильнюсе. Вот ему поставили такой прекрасный, трогательный памятник. На самом деле он мне очень нравится. Я случайно как-то забрел этот двор. Он тут недавно закончил реставрацию и прочитал, что вот в этом здании вот тут написано, что здесь был совет гетто, и в котором было убито 1200 евреев. Жители гетто. Вот здесь находился, собственно, самый пресловутый Юденрат на самом деле.
не очень, наверное, веселое место, но сейчас тут все новенькое, чистенькое. Реставрационный центр. Площадь перед ратушей, ратуша передо мной, а за мной находится ратушная площадь, и от нее туда дальше идет улица, вот где башня православной церкви называется Великая, и она переходит дальше в замковую улицу, которая идет к главной площади и к замку Гедиминаса. Это собор, который сейчас снова католический, он был изначально католический, но в какой-то момент при царской администрации он был православным. Потом его, когда вернулась царская власть, его вернули католической церкви, несколько раз перестраивался, сейчас, я даже не знаю, что там, по-моему, там концерты проходят. Напротив отеля «Астория» исторический, он и сейчас действует как отель, там периодически даже проходили мероприятия, в которых я участвовал. Когда-то считалась лучшая гостиница, сейчас уже, конечно, она не самая лучшая, но неплохая историческая гостиница. В этой части города очень много снимают исторических фильмов, в частности, здесь на моей памяти снимали немецкий или австрийский сериал про императрицу Сиси, и тут все это было замаскировано под старинную Вену. Было очень интересно. Украшенная нелепыми ягодками. Это гостиница «Палас». Она, как выясняется, была гостиницей и до войны, до Первой мировой, до революции. И здесь Анна Андреевна Ахматова, как говорят, приезжала прощаться с Гумилевым, который уходил на фронт, вот в эту самую гостиницу. То есть это был в тот момент губернский город Вильно, в котором все это происходило. Дальше там вот восстановленное старинное здание, церковь Святой Терезы. А если посмотреть в ту сторону, то можно увидеть небоскреб уже новой части Вильнюса, которая находится за рекой. Поэтому такое сочетание старого и нового отсюда открывается. Это очень любимое мною место в Вильнюсе, оно почему-то не очень известно, хотя в самом центре находится. Чем оно интересно? Оно интересно тем, что это церковь непростой судьбы. Это православная церковь, изначально ее построил, там вот висит табличка в честь великого гетмана Константина Острожского, он был православный, и построил эту православную церковь, основал в честь своей победы над московским войском. То есть он был православный, но, значит, гетман литовский победил, польско-литовский, московское воинство, и в честь этого основал вот эту самую церковь. А основана не просто так, а вот там есть такая композиция, что на этом месте еще в языческие времена литовцы зарезали православных монахов, мучеников виленских, вот там они есть, там с ятями все написано, кто они такие. То есть церковь православная основана в честь православных мучеников виленских гетманом Константином Острожским, который был, воевал с московским царством на стороне польско-литовского. Но это еще не конец истории, потому что потом церковь стала униатская, она перешла в унию, и там вот есть такая мемориальная доска в честь святого Иосафата Кунцевича, это святой униатский святой, который терпеть не мог от православных, он занимался, в общем, конвертацией православных униатов, он в этой церкви был, судя по всему, вот кем-то, не помню. Сейчас это украинская униатская церковь, внутри она, можно зайти посмотреть, но там все очень сильно порушено, не знаю, что там было в советское время, было все там довольно запущено. Сейчас ее реставрируют, но, насколько я понимаю, это единственная униатская церковь украинская в Вильнюсе, и это монастырь униатский святой Троицы называется. Вот здесь с ятями и твердыми знаками все написано, что на месте сего храма, бывшей здесь дубовой рощи, в половине 14 века приняли мученическую кончину православные в христианскую веру святые мученики литовские, виленские, чудотворцы Анатолий, Иоанн и Евстафий. Вот Анатолий, Иоанн и Евстафий. Святые мученики литовские.
Но хочу сразу сказать, что это не единственное место, где языческие литовцы убивали христианских монахов. На совершенно другом конце города, на горе стоят три креста, на том месте, где убиты католические монахи. Очевидно, вот в те времена, в 13-14 веке, литовцы не очень любили, когда к ним приходили христианские монахи со своими зажигательными проповедями. Ну, Вильнюс – это еще и очень важное место для поляков и польской культуры, потому что здесь жил Адам Мицкевич. Вот здесь есть доска мемориальная по-польски и по-литовски, что он здесь жил и написал поэму «Дзяды». Вот здесь специальная экспозиция есть. То есть он учился в Вильнюсском университете, и здесь по этому поводу очень много домов, на которых висят вывески, что здесь жил Адам Мицкевич, который известен литовцам как Адамец Мицкевичус. Вот. Мы будем показывать вам эти многочисленные мемориальные доски. За мной находится, называется остров Рама, он Аушра Варту по-литовски. Ну, это один из старинных входов в Вильнюс. Там сзади мы потом покажем, там есть остатки крепостной стены. Это действительно был вход в город. Над ним такая вот часовня, видите, там внутри, в золоченом домике сидит, собственно, сама Божья Матерь Островрамская, святыня трех народов, польского, белорусского и литовского. Ну и православная, она тоже и католическая святыня. Там внутри висят пожертвования, довольно интересное место, можно зайти, ни на кого не ругаются. Раньше здесь всех заставляли снимать шапки, но это еще при царях Романовых и при предыдущих монархах, потому что считалось, что это святое место, и все, кто мимо проходит, должны снимать шапки, креститься. Сейчас таких злодейств не происходит, пожалуйста, ходите хоть в шапке как угодно, но по большим церковным праздникам здесь ставят стульчики и проходят богослужения. На самом деле, очень популярная святыня. И вот здесь очень интересный контраст. Выходишь из старого города и сразу попадаешь, ну, вот в более-менее современное. А дальше уже, вот видите, советские многоэтажки стоят. Это, собственно, конец старого города. Вот эти самые ворота. Сейчас покажу, как они выглядят снаружи. Говорят, что именно через них Вильна вошли войска Московского царства, и когда была война еще 17 века, и сожгли княжеский дворец. Ну и вообще все, кто сюда в завоевание, шли отсюда, потому что там есть дом со следами пуль еще с последней войны. В общем, ничего мимо этих ворот не проходило. Вот очень странный двор, я его случайно тоже обнаружил во время своих прогулок по Вильнюсу, а я, особенно во время ковида, очень много гулял по городу и заглядывал всякие подворотни. И вот случайно нашел такую интересную подворотню. Не знаю, кто все это сделал, зачем, но вот такая просто прекрасное место. Вот тут можно в зеркале себя увидеть даже. И здесь вот такая... Это входы в квартиры, как я понимаю. То есть не какие-то помещения, просто такой вот у кого-то вход в дом. Люди здесь просто живут. Живут своей обычной жизнью. Вот видите, машины стоят, древяные сараи. То есть это не какой-то музейный или какой-то туристический дворик. Просто люди почему-то решили так украсить себя. Видите, еще даже советские вот надписи какие-то остались. Такой вот интересный вильнюсский двор. Святого Духа, одна из самых старых и хорошо сохранившихся старинных улиц. Это вот православный монастырь Святого Духа, это его задняя стена, собственно, поэтому так и улица называется. Здесь часто снимают какие-то фильмы про старые времена, хотя вот совершенно новый и довольно дорогой жилой дом здесь тоже имеется. И там вдали мы видим вильнюсский барбакан, то есть восстановленные укрепления городские. Ну и вот брусчатка, все как положено. И дальше тоже старинный дом. Такая вот живописная, красивая улица.
Итак, мы продолжаем нашу прогулку неочевидными маршрутами. Это вот монастырь Святого Духа, вильнюсский Барбакан. По преданию, в подвале там живет страшный зверь Василиск. Не знаю, не видел. Здесь все цветет и пахнет. Дальше мы видим вот это вот здание, тоже странная архитектура. Это старейший православный собор, кафедральный, как я понимаю, собор. Он просто так странно отреставрирован в 19 веке. Дальше вот эта красная башня на холме, это знаменитая башня Гедиминаса. Там стоял замок князя Гедиминаса, основателя города. От него осталась вот одна башенка. И вот, собственно, мы стоим на одном из холмов, а там дальше находится Ужупис. Ну и можно вот отсюда любоваться панорамой Вильнюса. Это одна из таких точек. Вот этот мостик, он идет в Ужупис. На горе это католическая белорусская церковь, довольно миленькая, очень маленькая. Это речка. Значит, а здесь начинается новый район, который раньше был промышленная зона. И вот буквально последние годы, в том числе на моих глазах, этот бывший промышленный район превратился в самый модный, современный и дорогой район Вильнюса. Здесь действительно очень красивые современные дома. И вот здесь всегда очень приятно погулять, чем я регулярно и занимаюсь, не только я, и часто встречаю здесь своих друзей. Вот мы пришли на Ужупис. Это очень популярный у тех, кто редко или вообще не был в Вильнюсе район. На нем очень много пишут в путеводителях. И вот эта улица, она совсем недавно ее доделали. Фактически вот все время, пока я здесь жил, ее делали. Она очень новая, очень гламурная, очень красивая, очень интересная. Но это скорее символ нового Ужуписа, который вот он сейчас стал туристическим, дорогим, очень таким модным. Хотя изначально все зарождалось как очень бедный район, где заречный район, где из-за низких цен на недвижимость собрались художники и деятели богемы. И вот здесь они создали миф о республике Ужупис. Но все это чуть дальше, туда, в сторону города. Мы находимся вот в самом, так сказать, свежеотремонтированной части Ужупис. Сейчас мы пройдем и в ту старую его часть и снимем ее тоже. Попытка снять фильм о том, как прекрасен летний Вильнюс, была прервана дождем. Вот я сижу на площади у Ангела в Ужуписе. Тут вот стоит такая колонна с Ангелом. Это такое кафе рядом с этой колонной. Но в целом планировалось пойти снимать дальше, пока солнце, но солнце исчезло. И вообще это к вопросу о погоде. К сожалению, в Вильнюсе не всегда лето. Тут бывает еще довольно унылая осень, холодная и противная зима и, в общем, довольно долгая весна. Поэтому, если вы, насмотревшись на солнечные виды, думаете, что у нас тут всегда курорт, то нет, не всегда. У нас тут довольно часто бывает не очень хорошая погода, дожди вообще не редкость. Климат в Литве не курортный, на любителя, скорее такого питерского типа. Так что имейте это в виду. И мы снова оказались в Ужуписе. Это район, который позиционируется как район, где всякие мастерские, магазины, люди искусства творят, выдумывают, пробуют. Вот называется инкубатор искусств Ужуписский. Мы сейчас туда зайдем. Там на набережной расставлены всякие арт-объекты и прочие интересные вещи. А потом мы дойдем до Тибетского сквера и дальше продолжим нашу, надеюсь, увлекательную экскурсию по Вильнюсу. Это место называется Тибетский сквер. Здесь литовцы
выражает свою поддержку тибетскому народу и не любовь к китайскому империализму. Вот здесь есть специальная такая молельная даже барабан, не знаю, сколько он настоящий, ну, похож на настоящий. Что любопытно, если перейти вот через этот мост, то мы окажемся у православной церкви на Русской улице. То есть вот такое удивительное соседство тибетского сквера и Русской улицы в Вильнюсе. Пойдемте туда. Русская улица, она не потому, что она русская, а потому, что очевидно православная. Здесь вот находится рядом старейший кафедральный собор большой, тоже построенный еще в средние века, потом его много раз перестраивали, меняли. И в таком виде его тоже в 19 веке, вот во время всеобщей реконструкции сделали. Но вот в него упирается или с него начинается самая Русская улица, она поэтому так и называется, очевидно, что упирается вот в Русскую церковь. Здесь находится Международный лицей. Очень популярно среди экспатов заведение для детей. Это памятник все тому же Адомасу Мицкевичу, более известному как Адаму Мицкевичу. В честь него вот этот скверик. Здесь вот есть такой памятный знак, что в августе 1987 года здесь прошел первый митинг Сайюдиса за возрождение независимой Литвы. Это старинные средневековые, очевидно, церкви, уникальные для Вильнюса, потому что Вильнюс город барочный, а здесь вот два таких готических кирпичных здания, которых характерны скорее для Северной Германии, но вот здесь все-таки два таких здания есть, хотя вот эта колокольня, она поздней постройки, а вот церковь, которая за ней, Святой Анны, она оригинальная. Это, по-моему, доминиканская церковь, но раньше Ново-Бернардинская, потому что за ней находится парк Бернардинские сады. Очень красивое, приятное место. Ну, это вот те самые Бернардинские сады. Там вот речка протекает, фонтан, и тут люди гуляют, кафе, сидят на травке. Там вот есть маленький пивной садик со всякими вкусностями. Хорошее место, летом рекомендую посетить. В общем, в процессе съемок выяснилось, что снять все места в Вильнюсе очень сложно. Потому что я спохватился в последний момент, уже буквально перед отъездом. Поэтому не поехали на Вильнюсскую телебашню, которая на самом деле является копией так и не построенной Екатеринбургской телебашни. Мы не пошли в разные другие районы, где я тоже бывал, и там есть свои интересные места. Так что, в общем, ограничились хождением по центру, и то не везде заглянули. Ну, потому что, как и все города, в которых долго живешь, Вильнюс для меня наполнился разными местами и впечатлениями от этих мест. Потому что когда я приехал, до того, как я переехал в эмиграцию в Вильнюс, я вообще был здесь два раза. Оба раза я здесь был в осенне-зимний, скажем так, сезон. Ездил сюда на какие-то мероприятия. И, в общем, у меня было такое ощущение, что, ну все, два раза побывал, больше здесь нечего смотреть, все посмотрел. И никогда я не думал, что мне предстоит здесь прожить почти 3 года. Поэтому, когда я оказался летом 2020 года, в общем, открытие Вильнюса у меня началось с самого начала. И вот теперь я уже действительно могу водить экскурсии по городу. И даже иногда развлекался, когда приезжали какие-нибудь мои знакомые. Я для них проводил такие экскурсии. Такие вот интересные выводы по итогам попытки снять первый на моем канале фильм в жанре тревел-блога. Кстати, если вам нравится этот жанр и вам нравятся такие фильмы, то вы ставьте лайки, пишите комментарии, и тогда такие фильмы будут появляться, потому что я буду жить теперь в другом городе и постараюсь тогда, если вам нравится и в Брюсселе и в каких-то других городах, в которых мне предстоит бывать, снимать какие-то вот такие сюжеты для вас. И да, конечно, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я стою на Белом мосту. Это такой прогулочный пешеходный мост, который соединяет две половины города через реку. Вот река там сзади видна. И на другом берегу от старого города находится новый город. Современный, но он так не называется. Я говорю, что новый город. Это просто новый район Вильнюса, район улицы проспекта Конституции. Там вот есть мэрия с надписью про Путина и Гаагу, строящиеся уже построенные небоскребы, ну и советские, еще советской постройки ЦУМ,
который называется «Политовский ЦУП». Вот он тоже здесь виден. Можно посмотреть, что Вильнюс — это не только старые дома, но еще и современные тоже. Это площадь Лукишки, она такая центральная. Площадь в советское время, это вообще была центральная площадь. Где-то вот здесь стоял памятник Ленина, или на месте флага, как мне говорили, ну или вот здесь. Ну, в общем, где-то здесь он стоял. Там вот дальше здание бывшего КГБ, где-то здесь, вот, по-моему, там было здание коммунистической партии. И, в общем, вот это такая главная, наверное, была площадь советского Вильнюса. Ну и сейчас это главная красивая площадь. Видите, она вся в цветах, в гуляющих. Там сзади вот есть костел Филиппа и Якова апостолов. В нем очень хороший стоит карион, поэтому если мы сейчас дождемся, пока он начнет бить, покажем вам, как он бьет. А еще тут есть робот. Сейчас мы тоже пойдем смотреть робота, потому что эту площадь, здесь газон, подстригает специальный робот. Вот это вот мой любимый робот. Я часто, когда гуляю, хожу смотреть, как он тут вот занимается стрижкой газонов. Только здесь такой робот я видел. Вот он здесь ездит и подстригает газон на этой площади. Где-то здесь была табличка, чтобы его никто не трогал, не обижал. Но ни разу не видел, чтобы кто-то его обижал. Этого прекрасного, замечательного помощника людей. Ну вот, если вы слышите, это вот перезвон карильон костёла апостолов Петра, Филиппа и Якова. Здесь очень нехарактерно для Вильнюса, мало где есть. Поэтому очень круто, если вы будете в Вильнюсе, обязательно дождитесь часа. Ну, каждый час бьет интересная колокольная музыка. Очень интересное место, не так давно появилось. На этом месте расстреляли лидеров восстания польско-литовского белорусского восстания против Российской империи, Константина Калиновского и других участников восстания. Здесь их убили, это было за городом, потому что в то время их трупы увезли в крепость, и там их закопали, недавно нашли, там сделали мемориал. Но вот около костела есть такое памятное место, очень милое и напоминающее о грустных событиях. Это главный проспект Вильнюса, проспект князя Гедемина, Гедемина проспектус, бывший проспект Ленина и, в общем, много как еще назывался. Сейчас понедельник, разгар рабочего дня, и вы можете увидеть, что движение на самом деле не очень густое, не очень много машин. Ну, в общем, это неудивительно, потому что Вильнюс не такой большой город, и это скорее нормально, что машин немного, то есть можно выйти в центр проспекта и даже там снимать, но мы так делать не будем. А сзади меня коммерческий клуб, он и сейчас коммерческий клуб. Такое вот красивое здание с скульптурой. Там проходят разные мероприятия, в которых и мне доводилось участвовать. Так что и вам, возможно, тоже доведется. Это вот мы стоим у здания бывшего КГБ, бывшего гестапо. Тут был реввейный гестапо, а проспект при немцах назывался Адольф Гитлерштрассе. Сейчас здесь снова, как и при царях, сидят суды какие-то, судебные ведомства. Здание строилось еще при царях для судебного ведомства. Но здесь есть вот такая большая экспозиция по поводу борьбы литовцев за независимость, потому что когда здесь было КГБ, здесь в подвалах, в общем, пытали и даже расстреливали людей, поэтому по поводу чего есть довольно мрачный музей. Я там один раз был, ну, в общем, там прямо вот в подвале этого здания людей расстреливали. А на стенах написаны фамилии людей, которые здесь, вот, собственно, погибли, которые здесь допрашивали. Вот здесь все это написано, можно посмотреть. И даже где-то есть на полу памятная плитка про человека, который во время не выдержал пыток и выбросился из окна. Вообще, я оказался в Литве после того, как меня осудили, я неделю сидел административного ареста за оскорбление судей Конституционного суда России, как мне было написано в приговоре. И поэтому, когда я приехал в Вильнюс, мне сказали: вот Конституционный суд Литвы, пожалуйста, если тебе хочется, ты можешь тут что-нибудь тоже говорить про
судьи Конституционного суда Литвы, и тебе за это ничего не будет. Я на самом деле не проверял, потому что никаких претензий к судьям Конституционного суда Литвы у меня в целом нет. Но вот есть такое здание, и там висят вот копии текстов о независимости Литвы с подписью. Такое здание на проспекте Гедемина. Это памятник литовской писательнице Жемайте. Это ее псевдоним. На самом деле была крестьянская женщина, которая вот писала на литовском языке рассказы. Ей поставлен такой вот памятник. Зимой он смотрится гораздо грустнее, чем сейчас. И очевидно, чтобы как-то оживить этот вот не очень веселую площадь, там вот на стене нарисовали очень веселую и красивую Фриду Кало по контрасту с госпожой Жемайте. Но в целом это такой вот очевидно советской постройки памятник. Вполне милая площадь, тоже на проспекте Гедемина находится. Это перекресток трех улиц, это вот начинается улица Пильма, здесь заканчивается, начинается улица Поминкальню, Погуляевская и улица Князя Егайло. Здесь вот такое очаровательное кафе за мной израильской кухни, правда, к сожалению, вегетарианской, поэтому если вы любите питу с мясом, вам не сюда. А вон там за ним раньше стоял буквально до этой весны памятник Пятерсу Цвирке, литовскому советскому литератору. Памятник снесли, потому что спустя столько лет независимости Литвы все-таки было принято решение, что он нехороший человек, редиска, потому что подписал акт о вступлении Литвы в Советский Союз. Но он был левый литератор. В общем, больше там нету Пятерса Цвирки, а был такой вполне себе советский памятник с чубом, такой вот стоял чувак. Раз мы что-то проходим мимо, не могу не остановиться у такого чудесного еврейского заведения. Здесь шавшука, булочки, бейгелы и все другое прочее. Очень рекомендую вообще это здание еврейской общины Вильнюса. Здание реформатской церкви, оно построено в стиле античного храма, и внутри там, ну, очень интересные тоже потолки в таком антично-итальянском стиле. Довольно странное впечатление. Вообще это реформатская церковь, потому что место, с которого мы это снимаем, называется сквер реформаторов, потому что здесь находится историческое здание реформатского синода, на месте сквера, собственно, было кладбище. Но сейчас здесь такой живописный, приятный парк, и мы вам его просто покажем, потому что его довольно долго строили, буквально, по-моему, прошлым летом только его открыли, поэтому я вот здесь с тех пор люблю гулять и даже лежать в гамаках, которые здесь есть. Ну, это пространство его буквально в этом году доделали, но так как я здесь постоянно хожу мимо, и все эти годы, пока строили, ходил, и сейчас хожу, мне очень нравится это место. Оно за музеем современного искусства. Такой вот очень хороший проход наверх. Там вот есть лестница, и по ней можно дойти до места, где я жил в Вильнюсе все это время. Здесь много кофеен, всякие разные удобные места и фотозоны. Так что приятное место. Ну, конечно, летом. Зимой здесь, прямо сказать, не так весело, как и во многих других местах. Это самое лучшее, наверное, шаурмяжное в Вильнюсе, на Пильма Гатве находится. Если хочется шаурмы и других арабских восточных блюд, это сюда. Хозяин, по-моему, сириец, очень хороший, приятный человек, работает долго, гостям всегда рады. Рядом находится такое тоже популярное гламурное кафе Лова. Там весь день подают завтраки, и я там тоже иногда их ел. Это очень интересное для меня место в Вильнюсе. Вот там вот эта верандочка с деревьями. Это моя первая квартира в Вильнюсе. Когда я в 2020 году в августе приехал сюда, перешел пешком с двумя чемоданами границу России, я приехал в Вильнюс. У меня сначала была другая забронирована квартира. Но мне сказали, что надо сидеть карантин. Мне пришлось срочно буквально на ходу перебронировать. И те же самые собственники сказали, у нас есть другая квартира, где есть веранда, где есть маленькая кухня, и вот я приехал на такси сюда, прямо с границы, и вот там на этой веранде посидел, отдохнул, поспал, и, в общем, всю неделю там жил. Поэтому моя жизнь в Вильнюсе началась вот в этом месте, и вышел из этих ворот, и вот по улице Пильма, которая здесь начинается, и пошел осматривать город уже новыми глазами, глазами человека, которому предстояло здесь жить. Это уникальный в своем роде памятник молодому Тарасу Шевченко, поэтому здесь не в привычном образе усатого, значит, человека, а вот такой молодой, потому что он учился в Вильнюсе, в Вильнинском университете, и вот здесь, в старом городе, есть ему такой памятник,
оригинальный памятник Тарасу Шевченко. На очень хорошей, приятной площади. Тоже очень много кафе и проходит иногда рынок Бошиной. Я сижу в одном из множества кафе на Немецкой улице в Окечу-Готве. Это одна из самых популярных улиц прогулочных в Вильнюсе. Говорят, раньше это была самая прогулочная улица. Сейчас есть две другие более популярные улицы с ресторанами. Мы их вам покажем чуть позже. Это Пелес-Готве и Вильнюс-Готве. Что здесь хорошо и интересно, это очень старая улица изначально, но только вот эта половина, где я сижу, потому что вторая — это сталинские дома после военной постройки, это был такой сталинский бульвар, вот там находится Ратушная площадь, а дальше туда вот Вильнюс-Готве, а вот туда дальше находится старый город, куда мы тоже сейчас пойдем. Называется эта улица Немецкой, потому что здесь жили немецкие купцы, и вот у них тут была немецкая церковь, которая до сих пор существует. Написано, что основана церковь Иранская была в 1555 году, а вот эта колокольня, она 1872 года. Вот, в общем, такая вот типовая лютеранская церковь. Тут вот богослужение проходит по-английски, тоже, я так понимаю, еще и по-немецки, может, и по-литовски. Вот, такой маленький уютный дворик в подворотне Немецкой улицы. Вот мы заходим в эту такую неказистую арку, типичную арку сталинского дома. Сейчас можно сделать паузу. И идем по совершенно непримечательному двору. Тут стоит вот такой вот типичный советский садик детский, не работающий сейчас. Раньше это был центр еврейского квартала, который во время войны был полностью снесен. Поэтому здесь теперь пусто. Раньше здесь было все очень плотно застроено, очевидно. Это вот улица, мы выходим, называется Еврейская улица, Жиду-Гатви. Собственно, поэтому так и называется, что здесь стояла большая Вильнюсская синагога, вот как раз на месте этого не впечатляющего детского садика. Ее во время войны уничтожили, ничего от нее не осталось. В советское время восстанавливать не стали. Поставили на месте детский сад. Сейчас что с ним делать, непонятно. Но что у нас осталось? Остался вот памятник. Сейчас мы покажем памятник главному местному еврейскому мудрецу, так называемому Виленскому Гаону. Его звали, сейчас там написано у него на памятниках, его звали. Вот есть табличка, он жил. То есть вот здесь вот, где этот садик был, была синагога большая, а он, соответственно, жил рядом. Вот написано Вильнюсский Гаон Ильяху. Звали его Ильяху. Вот он тут жил в этом доме рядом с синагогой. В общем, как вот даже написано, когда он жил, в 18 веке. Он жил, вот такой памятник, очень почитаемый. Его могила была на еврейском кладбище за рекой. Она там сейчас даже есть, хотя кладбища уже нет. Пойдемте дальше. И вот мы идем по этой улице. Видите, дома уже тут старые. И прямо за углом мы сейчас окажемся в самом-самом центре вильнюсского старого города. Такое иконическое место, где все фотографируются во всех инстаграмах, во всех фильмах, рекламных буклетах. Вот этот уголок двух улиц, пересечение Еврейской улицы и Стекольщиков, наверное, Стеклю-Готве, а еще улица Гаона. Вот здесь такой перекресток живописный, здесь кафе, очень хороший отель и всякие другие интересные заведения обслуживания населения. Назовем это так. По всему городу видны такие маленькие двери, там на самом деле живут гномы, и они по ночам оттуда выходят, ходят по городу и воруют людей, детей и утаскивают к себе в подземелье. На самом деле, конечно, нет, это шутка, просто я подумал, вот для кого такая маленькая дверь, наверное, там живут гномы, ни разу не проверял. Если вы окажетесь в Вильнюсе, то заходите во все подворотни.
Вот видите подворотню в старом городе, обязательно заходите. Будет что-нибудь интересное, вроде вот этого дворика. Потому что это такая особенность старого города. Можно ходить по улицам и не заходить в подворотню, вы не увидите половину. Поэтому надо не бояться и везде заходить. Я пока здесь жил, зашел во все подворотни в старом городе. Но все вам показывать не буду, потому что это займет много времени. Вот только самые выдающиеся дворики и подворотни я вам покажу. Вот здесь мемориальная доска в честь Федора Достоевского, который здесь останавливался не в этом доме, но на этом месте. И неудивительно, потому что если все, кто ехали в 19 и раньше веке в Европу, они обычно ехали до Вильны и отсюда куда-нибудь уже ехали в Пруссию и дальше по Европе. Достоевский тоже. Любопытно, что дальше вот по этой улице, куда мы сейчас поем, называется Великая улица, большая, там есть дом, где жил в Стендале Лев Красавин. В одном чем доме, там сейчас французский институт находится. И за углом есть церковь, в которой якобы крестили Пушкина, точнее не Пушкина, а дедушку Пушкина, но это не совсем правда. Вот здесь даже написано, что церковь Святого Николая – это самый древний в Вильнюсе православный храм, который якобы на этом месте первую церковь построила вторая жена князя Альгердеса, известного в русских хрониках Ольгерд. Ее звали Юлиана Александровна, княжна Тверская. И вот, значит, она построила здесь первую церковь, она, естественно, не дожила до этого момента, потом сносили другую церковь, и вот конкретно эта церковь была построена уже в 19 веке, когда российские императорские власти здесь реставрировали все православные церкви, чтобы они выглядели красиво, а не так, как они к тому времени выглядели. И вот даже здесь написано, что доведена во время унии до грустного уничижения. Она вот в каком-то году, там не могу прочитать, в 1800 каком-то году, по желанию Михаила Николаевича Муравьева, это тот самый Муравьев-вешатель, который как раз подавлял, кстати говоря, восстание Калиновского, возобновлена благолепие на доброходном пожертвовании всей русской земли. Вот, пожалуйста, все написано на кириллице, с ятями, и стоит в центре Вильнюса, никому не мешает, хотя отношение к Муравьеву Михаилу Николаевичу здесь, прямо сказать, не очень доброжелательное, есть за что. Это самый лучший сейчас считается и новый отель Вильнюса. Это перестроенный дворец гетмана Паца, называется Пацай. Это пятизвездочный отель, очень современный, очень хороший. Так что, если вы богатый человек и собираетесь в Вильнюс, вам сюда дорога. Хотя, если вы прям очень богатый и хотите прям настоящего шика, здесь есть Кемпинский. Там дороже, но, по-моему, гораздо скучнее. Не то, чтобы я там жил, но приходилось, так сказать, бывать и там, и там. Так что, если что, я за Пацай. Как видно из мемориальных досок, в одном и том же доме по адресу Диджои 1 жили, во-первых, Стендаль, как написано, французский писатель, он здесь был в 12 году, потому что вместе с армией Наполеона ехал, очевидно, в Россию. А потом здесь жил профессор Лев Красавин, философ, в 40-49 году. Вот здесь его доски. Сейчас здесь французский институт и магазин французской книги. Ну, не только французской, но в основном французской. Значит, что там написано? Православная церковь сия есть первая каменная христианская святыня в Вильне. Она сооружена на месте языческого капища идола Рагутиса в 1345 году супругу великого князя литовско-русского, как тут написано, Ольгерда, Марию Ярославной, княжной Витебской, и посвящена святой великомученице Параскеве, нареченной Пятницей. То есть Ольгерда, так повторюсь, по-литовски Альгердас, очень почитаемый литовский князь. Там написано, что во времена Александра II все это было отреставрировано, а также содержится описание вот этой самой легенды, что всей церкви император Петр Великий в 1705 году слушал благодарственное молебствие за одержание победы над войсками Карла XII, крестил в этой церкви, в ней, африканца Ганнибала, деда знаменитого поэта нашего А.С. Пушкина. То есть вот есть предание, что здесь путь Петр крестил маленького африканского мальчика Ганнибала, но это, по-моему, легенда. Я, насколько я знаю, не подтверждается, что это прям было здесь, но это местная такая легенда. Ну, вот, собственно, то самое место, где
стоял этот самый Рагутис, литовский бог, какой-то памятный знак. Тут вот находится на самом деле жертвенник языческий, постоянно горит лампадка, на ночью тоже горит. То есть тут есть какая-то небольшая община литовских язычников или людей, которые поддерживают это святое для них место в таком состоянии. Я, правда, не понял, было ли место Рагутис прямо на месте церкви нынешней, или ее просто рядом построили с бывшей святой. Ну, в общем, вот такое святое место. Здесь и православная церковь, и вот этот самый алтарь бога Рагутиса. И это кафедральная площадь города Вильнюса и центр города, и тоже интересное место для меня, потому что вот там находится отель «Амбертон». Это тот самый отель, в котором я останавливался в Вильнюсе, когда первый раз туда приезжал еще как турист, и вон он. А рядом, кстати, тот самый Кемпинский, о котором я упоминал. Ну и понятно, что это центр города, здесь вот колокольня, вот кафедральный собор, перестроенный в классическом стиле из готики, и поэтому похожий на какой-то сталинский дом культуры. Но на самом деле это собор, и он очень старинный. Там дальше вот есть памятник основателю Вильнюса, князю Гедиминасу. Я видел, как на праздник Звездных войн его наряжают в плащ, красят меч, и он как Дарт Вейдер стоит. Вот там начинается улица Пилис. Это самая туристическая улица с ресторанами. Мы ее начало показывали. А вот там начинается проспект Гедимина, который мы тоже уже видели, мы сейчас пойдем дальше по нему. И мы снова на проспекте Гедемина, Гедеминаса, Гедемина проспектас. Шумит, его перекрывают на выходные праздники, здесь устраивают ярмарки и всякие разные кафе, все заставлено столиками, и даже проезжая часть, сзади это театр драмы, вот эти страшные женщины, они на самом деле ничего страшного не символизируют, это просто музы, я так понимаю. Но я все время мимо прохожу и думаю, боже мой, какой ужас. Но такова была, так сказать, советская литовская архитектура. Эта улица называется Татарская улица, Татурию Готве. Тут даже вот написано на крымско-татарском языке, потому что исторически в Вильнюсе и в Литве жили татары, которых сюда пригласили литовские князья. Я так понимаю, что из Крыма. Так что вот в честь них есть такая вот улица в центре города. Как видно по окружению, это любимое место вильнюсской молодежи. Здесь катаются на скейтбордах. И стоит памятник автору гимна Литвы, поэту Винцесу Кудирке. Оно стоит на том месте, где в советское время стоял памятник генералу Черняховскому. Его отсюда увезли, а вот теперь здесь стоит Кудирка. Сзади находится здание, где сидит премьер-министр Литвы, то есть это вот литовское правительство там заседает. Ну, еще важно сказать, а там на памятнике вот есть текст гимна Литвы. Любопытно, что первый раз его исполнили в Санкт-Петербурге, потому что, естественно, учились студенты из Литвы и интеллигенты, они тогда во время Российской империи в Петербурге. Но памятник стоит вот в Вильнюсе. Здесь вот все кафе, рестораны, это самая такая улица, где максимальное сосредоточение баров, кафе, ресторанов летом, летними вечерами, до ночи. Здесь стоит веселье, и если здесь сесть каким-нибудь удачным вечером где-нибудь в кафе, ну, можно встретить самых разных людей, живущих в Вильнюсе. И пока я здесь жил, я и сам тут постоянно где-нибудь любил посидеть и кого-нибудь встретить тоже любил. Здесь и офисы находятся разных известных организаций, работают много известных людей, живущих сейчас в Вильнюсе. Но я не буду сдавать, так сказать, все эти секреты и тайны. Просто вот такая улица, где сходятся все пути дороги, и по которой, в общем, много раз, бывает, что и по много раз в день я проходил. Вот тоже интересный перекресток, это вот улица Вильняус, по которой мы только что шли. И вот эта часть улицы, она самая прямо вечером горячая, жаркая. Тут работает вот знаменитый бар Бардакас и другие. Это улица Исландская, она вообще вся состоит вот практически вон до того, где зелень. Это все бары, 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 причем коктейльные бары. Если вы любите коктейли, вам вот прям сюда заведение Алхимикас и другие ждут вас.
Значит, удивительно, что здесь, вот в этом здании, находится Министерство здравоохранения Литвы. То есть вот они прямо в центре сидят барного урагана, значит, и берегут здоровье литовцев и всех жителей Литовской Республики. И, наконец, что у нас тут? Тут у нас есть бывший дворец Радзивиллов, одна из Радзивиллов, богатейшая семья региона. Вот один из их дворцов был здесь, вот он, вон там тоже, вот это все, вот был их дворец. Внутри, честно скажу, ничего интересного нет, в советское время там все попереломали. Там очень скучные какие-то бетонные перекрытия. Я там как-то был. Вот эта надпись, хэштег «Мецнато», «Мецнато», «Мы НАТО», стоит не просто где-нибудь в центре города. На Татарской улице находится департамент или Министерство охраны края, Министерство обороны Литовской Республики. Вот здесь целый квартал оно занимает. Там даже есть костел вооруженных сил Литвы. И, в общем, это такое вот военное министерство литовское по соседству с президентским дворцом находится. Тоже вот в самом центре, поэтому все время мимо него ходишь, мимо этой надписи. И тут еще есть памятник генералу Йонасу Жемаитису, который возглавлял партизанское движение антисоветское в Литве. И сейчас официально считается, что он и был главой Литвы вот в 40-х годах, пока шло партизанское движение. Хотя его потом, я так понимаю, убили советские карательные органы. Но памятник ему стоит вот здесь перед Министерством обороны. Это вот, собственно, задний двор президентского дворца, фонтан, шахматы. И на самом деле обычно, вот даже робот вот тут опять вот ползает, наверное, личный робот литовского президента, который стрижет газоны. Но на самом деле сюда можно зайти, и, в принципе, сюда пускают людей достаточно спокойно, без всякой проверки, но обычно выходные дни. Потому что когда рабочий день, и президент находится на работе, тут перекрыто. Но видно, что тут стоят, во-первых, эти шахматы, во-вторых, вот лежаки по углам. То есть видно, что здесь все сделано, чтобы здесь гуляли, отдыхали люди. И люди здесь действительно гуляют и отдыхают. И я сам сюда неоднократно заходил. Вот еще один неожиданный и интересный дворик, дворик в стиле Возрождения. Здесь находится, кстати, итальянский культурный центр и итальянский ресторан «Фьорентино». Действительно, очень такой вот типичный итальянский. Кроме того, здесь стоят несколько интересных арт-объектов, которые тоже всегда интересно внезапно увидеть, просто зайдя вот в подворотню рядом с президентским дворцом. И вот обычная дверь в стене. Куда она ведет? Давайте посмотрим. Нас там ждут интересные, неожиданные встречи. Прямо в прихожей у нас кто? Иисус. Иисус Господь распятый. Видите, свечка стоит. Но это еще не все приключения, которые нас ждут в этой таинственной подворотне. Так, здесь у нас церковь, а здесь у нас живут люди. Это живые дома. И вот тут вот еще один у нас вот лежит целый Иисус в виде такой головы с руками. Видите, подстриженный кустик и голова. Ну, хоть мы и не заходили ни в одну церковь, но все-таки в одну церковь мы зайдем. И это не совсем церковь, это прихожая у церкви. Это, во-первых, одна из самых больших действующих церквей в Вильнюсе. Она, ее не очень заметно, что она большая, когда ты рядом. Но издалека видно, что она одна из самых больших в старом городе. И что здесь интересно? Если мы заходим сюда, сама церковь, она вон там. А это как бы такая прихожая. Здесь вот есть такие вот картины ада. Очень большая, красивая. Я так понимаю, польская, лучше, чем литовская. Здесь поляки, но польские молятся, и вот сюда не идут.